Девочки, всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о своих покупках для дома. Их у меня целый-целый огромный пакет, и просто не терпится все вам показать. Ну и начну я с покупок для кухни. Первое, вот что у меня здесь лежит с самого верха, но это не совсем покупка, это подарок. Это вот такая яблоко-резка. На самом деле я не очень люблю яблоки, и мне ее подарила мама, эту штуку. И ну я так скептически отнеслась, ну ладно, пусть будет. На самом деле это настолько крутая тема, я не знаю, это очень классная штука. Вы берете яблочко, сверху на яблочко опускаете эту резку, очень легко она все разрезает на дольки, и вот здесь вот вырезает сердцевинку со всеми косточками. Это так удобно, просто никакой больше возни с вырезанием вот этих косточек. Ну, это просто супер вещь, вот это моя находка. Я даже не думала, что такая вещь будет настолько удобной и нужной в моем доме. Следующее, что я вам покажу, это вообще просто гениальные вещи. Первое, это вот такой вот силиконовый дуршлаг. Вы посмотрите, сколько места он занимает в шкафу. Это вообще просто супер вещь, это супер идея. Очень все легко. У меня, вот видите, три кольца, то есть он как бы два получается кольца. Он на два раза вот так раз, вот вам получился обычный дуршлаг. После того, как я помою там что-то, ягоды или фрукты, я его ставлю на тарелочку, вот так вот это все у меня стоит и спокойненько стекает. Или можно зацепить за раковину, и все стекает в раковину. Вот такая вот удобная штука, ну представляете, в шкафу, да, место занимает вот такой вот дуршлаг. Или вот такой. Это супер идея, это просто гениальная вещь. И следующее из разряда гениальных вещей, это по такому же принципу сделанная воронка. Вот столько места она занимает. И вот настолько она разделывается. На самом деле достаточно удобная, глубокая, узенькая, длинная. Вот такая. В собранном виде вообще вот буквально размером с ладонь. Плоская, в любой шкаф абсолютно влезет, даже самый-самый переполненный. Как это на моей кухне происходит. Кстати, вот специально не стала выбрасывать. Называется марка, которая производит вот эти вот интересные вещи. Вот так вот, Market Fresh. Ну, такой вот у них логотипчик с перчиками, с морковкой. Вот, так что если увидите, обратите внимание, это действительно супер вещи. Следующее, что я купила, это три вот такие вот миски. Они очень легкие, они пластиковые, и чем они меня привлекли, это тем, что они очень глубокие. Очень удобно будет миксером что-то взбивать, тесто на блины, ну, какое-то тесто на пирог, я не знаю, на какие-то печеньки, пироженки. Очень удобно, не надо брать кастрюлю, чтобы ничего не разбрызгивалось. Вот эти вот миски легкие, удобные, трех разных размеров. Что еще мне понравилось, это то, что у них есть внутри, вот здесь вот, деление, литраж. То есть вот эта вот самая маленькая на 1,5 литра, побольше на 2, и самая большая, по-моему, на 2,5. Нет, даже на 3. Даже на 3 литра. И также, что еще очень удобно и интересно, то, что здесь удобная ручка и есть носик. Вы взбили что-то, тесто, выливаете в форму. Очень удобно, это действительно классно. Это идея, это находка. У меня раньше, я для этих целей использовала, у меня были такие... как жестяные, что ли, я даже не знаю, что это за материал, такие вот с советских времен, такие жестяные миски. Вот это, конечно, намного удобнее, намного меньше места занимает, и в использовании намного проще. Еще одна покупка для кухни, это вот такие вот разные формочки для яичницы. Так, что это такое? Машинка, медвежонок, цветочек и сердце. Формочки силиконовые, на самом деле очень классные, давно, ну, как-то хотела что-то подобное, вот наконец-то нашла, стоили они 99 рублей 4 штучки, классно, прикольно, буду мужу на завтрак делать красивую яичницу. Следующее, что я купила для кухни, это вот такие вот латексные перчатки. Их я купила в магазине Fix Price. Есть в упаковке 10 штук. И перчатки я использую везде на кухне. Я в них мою посуду, я в них режу овощи, мою овощи. Я на самом деле, ну, у меня достаточно сухая кожа рук, и я очень не люблю лишний раз, да, мне лень там помыть тарелку, помыть яблоко, поэтому я предпочитаю мыть все сразу, и для этого просто идеально подходят вот эти вот перчатки. Моете, режете свеклу, режете морковку, просто идеально, руки потом не красные, не оранжевые, берете, выбрасываете. Стоит 39 рублей, 10 штук, хватит
ну, на месяц точно активного использования. Дальше, что еще купила, это вот такой вот мешочек для стирки белья. Тоже в магазине Фикспресс, все по 39. Очень удобно, у меня один такой есть, и очень удобно в нем стирать какие-то вещи, типа шелковых блузок, ну, какие-то такие именно деликатные вещи. Потому что колготки, например, они не заворачиваются обо все остальное белье, которое в машинке, не закручиваются вокруг него. Или, например, там белье, носочки, все потом, вот, все это не надо выуживать из огромной кипы белья, вы все это достаете из... вот этого мешочка. Очень удобная вещь для стирки, вот прям действительно всем рекомендую. Следующее, это вот такой вот чехол для гладильной доски. Также магазин Fix Price. Такая вот расцветка, изнутри он такой вот мягкий, здесь небольшая прослойка поролона. Ну и на завязочках, в принципе, подойдет под практически любую гладильную доску, если она не совсем уж прям огромная. Следующее, что покажу, стоило смешных денег, 29 рублей, это вот такая штука. На самом деле, это штука для вытирания пыли, но она из практически вся из натуральных перышек, сейчас я скажу, 60% перо, и я ее купила не для пыли, а для своей кошки. Она просто ее уже на самом деле такая потрепанная, она уже вырвала достаточно много перышек, она у меня очень любит играть именно с перышками. Поэтому специально для нее... купила вот такую игрушку, ей очень нравится, она у меня занята, довольна и счастлива. Следующее, что мне попадается, это вот такая вот шкатулка. На самом деле здесь комплект из двух шкатулок стоил 149 рублей. Вот такой на резиночке замочек. Ну и тут еще одна шкатулочка, такая вот поменьше. Пока не решила, что в них буду хранить, скорее всего, вот в этой, которая побольше нитки переложу, но пока не знаю. Потом, как все здесь организую, обязательно покажу хранение, потому что очень люблю я сама такие видео хранения разных вещичек, разных мелочей. Ну, думаю, что и вам было бы, наверное, это интересно. Такие вот милые, замечательные шкатулочки. Следующее, что мне попадается, это вот такие вот домашние носочки-тапочки, такие тапочки-следочки. Сзади у них такая плотная подошва с пупырышками, ну, такой вот веселой расцветочки. Я вообще очень люблю дома ходить именно вот в таких вот тапочках. Не люблю носки вообще, в принципе, с высоким голенищем. Также магазин Fix Price. Ну и дальше немножко канцтоваров. Купила вот такие вот фломастеры. Здесь, на самом деле, что мне понравилось, на них надо дуть. Здесь 5 фломастеров, 4 трафарета, прицелься и дуй. Вот здесь, видите, картинка, как надо пользоваться этими штуками. Купила в подарок племяшке, думаю, ей очень понравится. Мне самой, если честно, интересно порисовать, но нет, я буду сдерживаться и подарю племяннице. Еще одна покупка из разрядов канцтоваров, это вот такой вот степлер. Взяла специально для работы, я очень часто пользуюсь степлером, и скобы здесь же. Он маленький, очень удобный, много места не занимает, классной расцветки, поэтому вот буду пользоваться на работе. Следующее, что я купила, также магазин Fix Price, это вот такие вот ароматизаторы для обуви. Очень мне понравились, ну не знаю, попробую, если пойдет, куплю, наверное, еще других, может быть, ароматов, ну и вообще, чтобы были новенькие, да, здесь у меня аромат сосна, 2 штуки, вот такая вот вещь. Также в магазине Fix Price я купила 4 рамки для фотографий, вот такие вот, их можно повесить, можно поставить, это не моя фотография, здесь это просто, ну, рисунок были вставлены в рамках, у всех одинаковые, у меня все двери, наличка на дверях дома, такие цвета венги, темные, поэтому и рамочки я взяла темные. Такие замечательные, в принципе, достаточно неплохо сделаны. Конечно, это пластмасса, но достаточно добротно сделаны. Сзади очень хороший плотный картон, то есть они очень хорошо, плотно стоят, никуда не падают. Понравились мне. Ну и следующее, что я вам покажу, это 2 такие прикольные вещи. Вещи не для чего, просто, ну, классные, интересные вещички. Первую купила в магазине Fix Price, это вот такие вот песочные часы. И они не простые, а здесь с каждой стороны есть надписи. Здесь «Счастье есть» и с обратной стороны надпись «Как ни крути». То есть сейчас я вам попробую показать. Вот
вот такая вот прикольная штучка. Ну и еще одна такая забавная штука. Вот такая вот. Здесь с обратной стороны гвоздики. И очень интересно тем, что ну, вот вы ее ставите, сюда что-то продавливаете. И вот у вас стоит картина с вашей ладошкой, например. Можно сделать хоть что. У меня муж уже сделал свой нос, свой глаз. В общем, прикольная вещь. Ну, вот. Мне нравится делать руки. Вот такая вот штука. Просто стоит на столе, и, в принципе, все, что угодно можно сюда сделать, все, что угодно нарисовать. Можно что-нибудь написать. Смысл вы поняли. Вот, девчонки, это были все мои покупки для дома, для души, для жизни. Я надеюсь, вам было интересно, понравилось. Если это так, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи. Пока-пока!